Добрый вечер. Так, спасибо вам, дорогие друзья, что сегодня все к нам пришли, потому что сегодня у нас, такое, можно сказать, эксклюзивное мероприятие. Вот, прям таких еще, может быть, даже совсем таких, может быть, в стенах клуба Алексея Козлова даже не было. Здесь были уже фестивали skripach.ru, которые представляют современную скрипку. Были сольные концерты вот скрипачей. Но сегодня узконаправленный такой фестиваль, который представляет направление именно вот музыки фьюжн для скрипки. То есть тут не смешано. То есть потому что на skripach.ru были разные вещи там, что только не было, и был мануш, джаз и так далее. Сегодня будет чисто фьюжн, и сегодня будет после нас очень интересный новый проект, который фактически, можно сказать, только начинает свою деятельность, который раньше не выступал, хотя оба его участника очень опытные музыканты, но этот дуэт — это Анна Ракета и Антон Давидянц. После них будут, уже матерые асы в своем направлении. Это группа Two Siberians, которая еще раньше называлась когда-то Белый Острог. Сейчас хотел бы представить, так сказать, моих старинных друзей и партнеров, с которыми мы будем нашу фьюжн-программу сегодня играть. Наталья Скворцова. Очень знаменитый человек на нашей джазовой сцене. Она сама бенд-лидер группы «Живые люди», альбомы выпускает, и композитор, и аранжировщица. Также бенд-лидер многих своих там составов. Очень приглашаемый в разные составы басист Роман Гринёв. Фанк, фьюжн, все, что угодно к вашим услугам. Человек, с которым мы вообще сидели за одной партой, учились на одном курсе, и человек тоже большой востребованности, огромной музыкальности, интеллигентности, тонкости — это Дмитрий Власенко. Я так на всякий случай — Феликс Лохути. Большая честь рядом с такими тремя прекрасными людьми выступать. Надеюсь, что я не осрамлюсь рядом с ними. Типа тоже фьюжн играть умею. Итак, у нас, программа из авторских вещей состоит. В основном с моего двойного джазового альбома «Universal Love», который, кстати, я захватил с собой. Потом после концертов у барной стойки лежат у нас скрипичные сборники. Сборник российской фьюжн-скрипки «Skripach.ru» лежит, этот «Universal Love», этот альбом, с кучей разных моих джазовых друзей и ментеров, таких как Алексей Козлов, Алексей Кузнецов, Даниил Крамер и так далее, которые участвовали. Также и Роман Гринёв все партии баса исполнял, например, на этом альбоме. Но это все потом. А сейчас с альбома, собственно, этот состав, он тоже так называется, «Universal Love». И с этого одноименного альбома так называемая «Лесная песня», которую мы решили рискнуть и сразу начать. Поскольку фьюжн, все знали, на что идут, люди подготовленные, мы решили начать со сложного ритмического размера, 7/8. Кто понимает, тот сосчитает, а для остальных могу нащелкать. Thank you.
Так, «Лесная песня», 7/8, и следующая композиция принадлежит, не побоюсь слова, перу Романа Гринёва. И «Всадите нам в бок перо», как в одной песне. Итак, композиция Романа Гринёва «Карма». Слово «карма» в переводе с санскрита обозначает действие. Не судьба, там не что-то, просто вот наше действие. Вот я вот взял, переложил что-то с места на место, вот действие. Thank you.
Итак, карма. Кто себя будет плохо вести, того настигнет. И, значит, следующее у нас такое произведение полуаутентичное, полуавторское, называется «Невероятные приключения молдаван в Фантиленде». О, как. Ну, сейчас сами все поймете.
Thank you.
Так это называлось «Невероятные приключения молдаван в Фанкиленде». А сейчас мы попробуем с вами вместе порисовать музыкальные картины. И для этого существует композиция под названием «Утро».
все хорошее когда-нибудь заканчивается, поскольку у нас все-таки фестивали, пора уже, так сказать, уступить место нашим замечательным собратьям, то сейчас прозвучит на этом фестивале наша последняя композиция, которая напомнит немножко о каких-то бразильских карнавалах на сей раз, и называется она «Чувство мелодии».
Скворцова, Роман Гринёв, Дмитрий Ващенко, Феликс Лопути. Вот, наш сет на этом заканчивается. Друзья, ну, я еще буду там объявлять наших друзей. Заодно напоминаю, что вот всякие диски наши, сборники скрипачей там в баре лежат, а заодно, хотя, конечно, сегодня не в тему, сборник российского фанка, и такое в нашей жизни случалось тоже, там, фанк-фэмили, все дела. Вот, ну а сейчас, пока мы освобождаем сцену от нашей аппаратуры, постепенно подключаются наши следующие участники, вот, и скоро я их вам представлю, объявлю. Большая перестановка. 5 minutes. Так, друзья, вот сейчас на сцену готовятся наши следующие участники. Это уникальный дуэт, который, если вообще публично выступал, то, может быть, один раз при специальных обстоятельствах. Так что можно сказать, что это такое первое и уж фестивальное первое точно выступление этих двух замечательных музыкантов. Вот, это дуэт выкристаллизовался из квартета Анны Ракиты, там еще Евгений Лебедев и Петр Ившин, но сегодня мы решили, что будет именно дуэт, это очень тонкая ткань. Вот. Люди просто вышивают тончайшие орнаменты, тончайшие вышивки. Вот. Ну, там снимаю шляпу, да, и собираю в нее деньги для этих людей, потому что сегодня, так сказать, работаем по системе Pay What You Want. Вот, обнажил свою лысую голову специально, вот, так сказать, для гениев, не прогневайтесь, кто сколько может. Все, итак, для вас сейчас будут играть Анна Ракита и Антон Давидянс. Thank you.
Сегодня прозвучат пьесы в основном авторские, либо мои, либо Антона. И одна пьеса нашего любимого скрипача, расскажем позже об этом. Первая пьеса называется «Мой старый друг». Ее написала я. Thank you.
Замечательный звукорежиссер Алексей Белов. Сейчас поаплодируем, во-первых, ему. А во-вторых, Леш, может быть, поднять баланс в зале нас обоих? Или не надо? Хорошо. Ну, чуть-чуть буквально. И ривера побольше чуть-чуть на скрипку, пожалуйста. Следующая пьеса, они, в общем, довольно интересное развитие получили. Изначально это ирландские народные темы, которые я аранжировала для нашего дуэта. Первая называется «Вдалеке», а вторая называется «Музыкальный священник». Такое неожиданное название.
Я
Раз. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что пришли. Спасибо, что поддерживаете нас. Да, первое, что я хотел бы сказать, это то, что для меня большая честь и удовольствие играть с этой замечательной девушкой. Анна Ракита, пожалуйста, поприветствуйте. Она потрясающая музыкант, поверьте мне, я играл с очень большим количеством людей и знаю, о чем говорю. Так что это просто супер. Играть в дуэте большое удовольствие. Мы сыграем несколько моих композиций, которые изначально я сочинял как просто сольные бас-гитарные композиции. Никогда не планировал ни с кем их, в общем-то, исполнять. Но начал я с того, что одну из своих песен, которую мы, кстати, сыграем впоследствии, чуть позже, я сделал с вокалисткой Анастасией Волокитиной, и с этого пошла моя как бы дуэтная история. Я начал добавлять голоса, и теперь я начал добавлять скрипку к своим композициям. И это очень сильно облагораживает, честно говоря. То есть мне стало нравиться больше, как они звучат в таком варианте. Вот, это одна из таких композиций, сейчас прозвучит, которая называется... А, кстати, я думал про другую совсем почему-то. Хотя читал одно, а видел другое у себя. В общем, это называется Luminous Sorrow, светлая грусть. Впервые, кстати, исполняется в дуэте и впервые с Анной, соответственно. Спасибо. Thank you.
следующая композиция нашего любимого скрипача, которого наверняка вы знаете, его зовут Жан-Люк Понти. Антон Домидянц непосредственно с ним даже играл. Вот. Эта композиция называется «Каракас». Thank you.
Я тоже не могу сказать, что мне огромное удовольствие с тобой играть, огромная честь. Ты просто восхитительный музыкант. Я счастлива, что познакомилась с тобой и имею удовольствие с тобой играть. Сейчас мы твою композицию... Сейчас мы исполним композицию Антона следующую, которая называется «Шрам души». Пьеса Антона называется «Шрам души». Следующая пьеса называется «В поле». Его написала я, но
какие-то народные мотивы, несомненно, прослеживаются. Thank you.
Но сегодня мы исполним ее в дуэте с Анной. Это, кстати, первая песня, которую я впервые сделал вот именно с вокалом. И после этого мне пришла идея делать свои пьесы в дуэте. Ничего не меняя самому при этом, очень удобно. То есть, по сути, просто в основном дублируется то, что я уже играл. Даже заниматься не нужно, очень хорошо. Зато есть новая программа. В общем, следующая композиция называется «Сакунти». Это женское имя. Я посвятил эту композицию своей подруге из Камбоджи. Вот такая история. Thank you.
нашего вечера прозвучит пьеса «Пляска огня», которая называется. Может быть, некоторые из вас ее видели. Да, например, на YouTube. Спасибо большое. Анна Ракита. Антон Ведян. Спасибо. Хочется еще отдельно сказать спасибо за звук Алексею Белову. Еще раз спасибо большое, Алексей. И спасибо, спасибо Артему из Белого Острога за предоставленный микрофон. Большое спасибо. Спасибо большое. Анна Ракита, Антон Давидян. Ну, ничего добавить к этому не могу. Это, все, что я не скажу, это уже будет какая-то банальность. Ну, вот перед вами, собственно, нечто очень крутого мирового уровня. И любой бы мировой, самый крутой джаз-фестиваль это бы украсило. Вот. Ну, на мой так субъективный взгляд, собственно говоря. Ну, Антон уже успел тут поездить и повозить сюда всяческих мировых фьюжн-звезд. Сейчас уже второй раз везет сюда триумфально Вёрджила Донати, крутейшего барабанщика. Вот скоро тур. Антон сам организовывает его. Вот. И Жан-Люк Панти, наш общий друг. Я тоже как-то разик на сцене с ним постоял, поиграл. Вот. Ну, и сейчас готовятся мэтры жанра, которые уже
ну, имеют известность этот дуэт в нашей стране уже не знаю сколько лет, ну, 15 минимум, а то и 20. Вот. И дуэт менял имена и название, когда-то назывался он «Белый острог», потом они поехали в Америку, там несколько лет колесили, думали назваться «White Fort», но слово «Fort» оно не совсем как «острог» переводится, и вообще это не политкорректно теперь в Америке, потому что это такое сооружение, от которого не коренное население Америки защищалось от коренного населения, и это называлось «Fort». То есть там... И поэтому это вроде как не очень политкорректно было называться таким названием, и они там в Америке назвались «Two Siberians». И, собственно, вот думали, и в итоге закрепили за собой вот такое международное название. Вот. И, так сказать, ну, что-то остальное, всяческие частности, они уже лучше сами о себе расскажут и представятся или представят друг друга. Я оставляю это им. Надеюсь, что через какое-то время они технически подготовятся, и мы услышим «Two Siberians». Так сказать, мэтр жанра на этой сцене. Пока еще раз проводим аплодисментами Анну Рукиту и Антону Давидианце. Вот, так сказать, заключительное выступление нашего фьюжн-фестиваля скрипичного группы Two Siberians. Напоминаю, что у нас там диски, сборник российских скрипок, сборник российского фанка, и там альбом Universal Love, и альбом Trio Ornament. Это тоже мой такой фьюж-новый проект и так далее. А сейчас готовится Two Siberians. Не знаю, будем ли мы в подобном духе еще продолжать. Это была первая такая вот фьюжн-скрипичный фестиваль. Посмотрим по ситуации. Все. Ребята, ждите. Добрый вечер. Мне кажется, сегодня в нашей стране организовался новый праздник, День скрипача. Или Вечер скрипача. Поздравляю всех с Днем скрипача. Отдельно вот Артема поздравляю. Будем мало говорить, больше играть, потому что надо успеть еще на метро. Thank you.
Одну композицию, которая называется «Дорожная».
нас есть сюрприз для вас. В этот день скрипача на сцену выйдет еще один скрипач, самая большая скрипка сегодня. Больше ни у кого не было. Эта скрипка еще недавно являлась солирующей в оркестре виртуозов Москвы, виолончель. С нами Андрей Березин. Тексты. Вы знаете, такая Транссибирская железная дорога? Кто-нибудь ее проехал сначала до конца, вот, из присутствующих здесь в зале? Не только мы. Мы и проехали ее, и пролетели много раз. И у нас даже есть композиция, которая Транссиб называется. Мы ее сейчас вам сыграем. Thank you.
наше время нанотехнологии приходится использовать примитивные механические приспособления. Вы уже знаете, что мы двое из Сибири, и у нас еще москвич с нами теперь. Как сказали в одном КВН, это не мы понаехали, а вы понаоставались. Но мы несем сибирскую культуру в массы. И сыграем вам танго, сибирское танго.
приобщили к сибирской культуре. И мы сыграем вам сейчас сибирскую бурятскую народную праздничную песню, которую мы назвали «Йохар соль минор». Thank you.
Андрей Березин. Артем Якушенко. Меня зовут Юрий Матвеев, с Днем Скрипача.
Спасибо большое. Мы всех поздравляем еще с замечательным праздником, Днем Скрипача, фестивалем. Хотим поблагодарить Феликса Лохути за приглашение сегодня выступить. И желаем всем счастья. Джимми Хендрикс и русский скрип, гитары, и, как выяснилось, еще и виолончели. Two Siberians! Еще и день фьюжн виолончели сегодня оказался тут внезапным таким сюрпризом. Это вообще круто было с виолончелями-то. Вот. Тут, кстати, хочу сказать, что вот 18 апреля, во вторник, на первом этаже этого клуба будете с вами квартетом внизу на первом этаже играть Анна Ракита. Вот, так что, кому понравилось... Ой, 19-го, во вторник, да. Пардон. Вот, так что, кому понравилось, приходите, слушайте хорошую музыку. Вот. А если у кого-то совсем удалое настроение, то завтра я буду играть совсем другим проектом, не похожим на сегодняшний. У нас будет такой очень уникальный фанк-диджей, который намешивает музыку из разных сэмплов, из старого фанкового соулового винила. Это диджей Анатолий Айс, резидент вечеринок функции фанка. И с нами очень талантливая певица и флютистка Искра, и я. Вот мы втроем таким вот составом будем играть разный фанк, соул, диско, вот такого плана, всякие импровизации, искренние песни. Вот, под сэмплы и биты диджея Анатолия Айса будет это в баре под названием «Вино» или «Вино-бар». Завтра в 8 часов приходите, там уже будет танцевальная история. Сегодня был фьюжн, более такой тонкий, там, с вышивкой. Завтра будет фанк. Вот. Такие дела. А вам спасибо, что вы пришли и так замечательно поддержали. На этом фестиваль фьюжного и скрипки можем считать закрытым пока. Спасибо вам большое. Ну и в баре диско, если что.